Здравствуйте, друзья. И сегодня в серии хочу рассказать все так же о ДТ-75, о ремонте, что сделали мы за эту серию, да, как, причины, почему. Вот, я в дальнейшем расскажу. Друзья, подписывайтесь, ставьте лайки, будет интересно. Начинаем с самого главного. Берем инструмент. Какую? А, где плита-то? Ну что, мы сняли пускач. Ну вот видите. Все открутили. Будем менять сальники. То есть вот, с обоих сторон, чтобы он у нас не хлопал. Попробуем. Ну, вот. Что, я снял маховик уже. На шпунку. Не потерять главное. Вещь такая редкая. Вот, по крайней мере, у меня. Сейчас снимаем его, разбираем, меняем. Потом делаем гидравлику. Наверное. Посмотрим. Туговато, что-то пошло. Четвертый болтик. Хорошо затянули. Крутим, вертим. Так. Что-то все двигается нехорошо как. Вырисовывается у нас такая картина. Разобрали пускач. Короче, он. Короче, сальником кирдык. Подшипником кирдык. Всему кирдык. Вот, но у нас есть другой как бы коленвал с хорошими подшипниками. Вот мы сейчас коленвал туда тот поставим. Здесь плохой. Короче, из двух один соберем. Все нормально будет. Теперь, наверное, самая сложная задача — это как снять подшипники с коленвалов. Пока что не знаем, думаем. Думаем, как снять. Так вот, все разобрали, все разбомбили. Это вот магниты, кто не знает. Из кого вырабатывает. Будем думать дальше. Так, ну что, вроде собрали. Вроде крутится все у нас. Надо пробовать. Так. Надо бензину залить. И можно будет заводить. Попробуем. Получилось у нас, не получилось.
конце видео хотел сказать, да, не все смог снять, то есть некоторые нюансы не получилось у меня снять. Но в целом, что, ну, перепускать, да, если непонятно было на видео. Поменяли сальники, подшипники, кольца, то есть перебрали его, стало, ну, перестал хлопать, стал работать, то есть так, как он должен работать. Ну, сальники, через сальники поступал лоб, и он хлопал, не набирал обороты, то есть занимался ерундой. Сейчас, то есть, эту проблему мы уничтожили. Также был перебран цилиндр на отвал. Поменяли манжеты, то есть залили масло, ну сделали, короче, стало подниматься, опускаться, то есть как и должно быть. В принципе, все, что нужно было сделано. Остались там мелкие недочеты, поменять траки на гусеницах, ну это ерунда, дело времени. Вот. Так, друзья, спасибо за внимание. Подписывайтесь, ставьте лайки. Вам не сложно, мне приятно.